Приветствую, друзья и гости канала. Всем огромный привет. Мы сегодня находимся с вами в Каштанах. Почему я сегодня сюда приехал? Ну, потому что, смотрю, многие из вас стали говорить: каштаны, каштаны, каштаны. Это круто, каштаны, это классно, каштаны, это тихо, каштаны, это хорошо. Ну, я думаю, блин, почему нет? В общем, решил я показать вам самый недорогой домик из построенных. Сразу говорю, цена 25 500, 160 квадратных метров. В принципе, земли предостаточно, если вдруг нужно сделать бассейн, нужно сделать какую-то там баньку импровизированную, я думаю, у вас все это получится. Опять же, есть возможность припарковать автомобиль, это большой, огромнейший плюс, даже не один автомобиль, даже, наверное, даже три автомобиля можно припарковать. Это прям однозначно плюсы. В целом, сделано так все довольно-таки неплохо. По качеству претензий нет. По качеству прям действительно то, что доктор прописал. Про баню же говорю, видите, у соседей уже баня сделана. И здесь можно сделать, да? Серьезно, вот здесь можно сделать зону барбекю ту самую. Вот прям просто сделать зону барбекю. И, кстати, здесь по периметру тоже, да, все сделано. Кстати, газ заведен. Мелочь, как говорится, но приятно, когда вот уже все есть. Соответственно, электричество есть, вода есть, канализация. Это у нас современный септик. И, знаете, я удивился, я доехал с центра Сочи за 35 минут. Ну, конечно, учитывая, как я обычно передвигаюсь, это нормально. Давайте попробуем посмотреть. Это дом в предчистовой и как бы по нормальной, адекватной цене. Я здесь еще посмотрел три дома. Есть дома подороже, есть дома подешевле. Подешевле только в стройке. Ну, смотрите, да, вот стены наши штукатурены, уже какой-никакой плюс есть. Кухня, столовая, кухня-гостиная довольно-таки большая. Ну, тоже однозначно за зачет. Окна, по большому счету, идут пластиковые. Но они такие, какие должны быть. Они нормальные по качеству, хорошие, хорошие по качеству. Высота потолков 3 метра, да, здесь есть ригеля. Но пускай лучше ригеля будет, чем их не будет. Все-таки не будем забывать, что мы живем с вами в сейсмозоне. У нас бывают и оползни, бывают и землетрясения, и все остальные приключения, которые вам... Кстати, вот здесь, по идее, по логике, должен быть санузел. Хотя, наверное, я бы сделал в этом месте гардеробную. Санузел бы сделал бы вот с этой стороны. А вот здесь у нас гостевая спальня. Ну, если вдруг гости, да, все равно она большая, такая просторная. Ну и, конечно же, помимо всего, есть еще у нас и этаж второй. Давайте попробуем так зайти. Эти окно круглое. Знаю, что такие окна дорогие, обычно дороже, чем квадратные. Есть естественное освещение, тоже большой огромный плюс. И знаете, что бросается в глаза? Посмотрите, да? Прям монолитное перекрытие, прям такое толстое. Даже в жилом комплексе делать меньше. В этом месте мы видим с вами спальню, причем она большая спальня. Здесь же мы с вами видим санузел. Вот здесь еще одна спальня с выходом на балкон, и мы сейчас с вами выйдем. И вот здесь тоже еще одна спальня. Ну, в целом, классика. На первом этаже, на втором этаже санузел. Ну и вот спальни такие интересные. О, нифига себе. Теща пришла, говорит, давай выйдем покурим. Говорит, давай. Херак и все. Не, я шучу. Просто я, кстати, еще очень хорошо отношусь. Кстати, вид хороший. Но надо что-то сделать. Хотя нет, не. Это детская. Все. Это детская. Это же детская комната. Ну все. Если вдруг ребенок лишний, вы получили материнский капитал и понимаете, что все уже, не тянете ребенка, вот эту комнату ему отдайте, да и все. Эту комнату, конечно, можно оставить себе. Здесь есть балкон. Ты вышел и кайфанул. Вот этот домик смотрел, этот домик тоже в целом неплохой. Ну, кстати, здесь 5,3 вот в этом доме. Кстати, соседский дом уже полностью жилой. Не, с одной стороны, так хорошо, да, тишина, спокойствие. Ну, напрягает узкие дороги. Дороги действительно узкие. Тут как бы такие есть моменты не очень хорошие. Ну, а где в Сочи широкие дороги? Только на транспортной. Ну, транспортная же вас не устраивает, потому что там уже шумно. 25 500. Ну, в целом, нормальный, адекватный вариант.
Ну вот, смотрите, есть еще один момент. Вот это, я считаю, вообще бестолковщина. Поэтому, видите, я сторонник того, чтобы брать бизнес. Вот эта площадь и не туда, и не сюда. Ну, возьми ты, пожалуйста, и что? Можно здесь сделать, и санузел получился бы гораздо больше, да? Переродку сделали, да и все. И санузел больше получился бы. А так и ни туда, ни сюда. Поэтому, ребят, дома нужно брать обязательно черновые. Черновые, черновые, черт, черновые. Но в целом хорошо. Ничего такого плохого я здесь не увидел. Единственное, что я ехал сюда, думал, здесь дома будут стоить 15 миллионов, думаю, не больше. Ну, дома подороже. Я удивился, что здесь земля стоит. Вот, например, здесь продается участок, 4,5 сотки земли, разрешение на строительство. И, соответственно, цена 9 миллионов. Вот просто участок 9 миллионов. Здесь участок побольше, плюс еще коммуникации заведены. Соответственно, такой бы участок сейчас здесь стоит 10 миллионов. 10 лямов. 10. Ну и опять же, надо еще дом построить. Сделать опорные стены, да, само собой разумеешься. Забор сделать, коробку поставить, отштукатурить. И уже когда ты это все смотришь, уже получается цена не такая уж и высокая. Поэтому все относительно в этом жестоком гребаном мире. А вам всем хорошего настроения, побольше позитива. Поехали посмотрим еще что-нибудь интересное. Всем добра и пока.